No, zadача с каждым турниром улучшать качество турнира, чтобы было, во-первых, бойцам все удобно, прием, размещение, там, ну, что на уровне, чтобы все проходило там, чтобы у победителя с каждым соперником, чтобы увеличивалась конкуренция. И, конечно же, который волнует всех бойцов, это гонорар, чтобы с каждым боем у каждого бойца, кто выигрывает, кто у нас на контракте, конечно, у них будут улучшаться условия там и так далее. Над этим работаем, для этого нужно время. А кто сказал, что мы в минусе? Мы очень хорошо работаем. У нас хорошие спонсора, у нас хорошее заключение с Матч ТВ. Так что даже может быть мы первая лига, которая зарабатывает деньги. Так что мы не один турнир после того, как я стал, так скажем, владельцем этой лиги, мы ни один турнир не поработали в минус. Не, ну если я даже выйду против Миши Галустяна, да, или там Андрея Кириленко, да, так скажем, это тоже вызовет большой ажиотаж. Но они Правильно же, хуже да? борются. Прикинь, я и Кириленко боремся. Ну, по-любому же будет интересно. Весь баскетбольный мир будет смотреть, американцы посмотрят там. Мои фанаты там и так далее. Такой соберут хорошие там. Стриминговая любая платформа может взлететь, которая будет это показывать, да, так скажем. А Мага пускай учится бороться. Чего? Меня его не посадил, что ему со мной бороться? Правильно же, да? И сейчас я не меньше, чем он. Так что пускай Мага учится бороться. Ему не показывать это видео. Это может вызвать какой-то ажиотаж, собрать хорошую аудиторию, привлечь внимание к лиге. Но пока таких планов нету. Слишком зажатый график, так скажем, не то чтобы зажатый, занятый. Так что к чему-то готовиться, опять идти в зал, сидеть на диете, тренироваться, готовиться к каким-то соревнованиям. У меня такого сейчас головы нет. Я сейчас чисто в зал хожу, делаю кардио, качаюсь, стараюсь держать себя в форме так, чтобы чисто, чтобы на человека, на спортсмена, чтобы был похож. Не, я могу заплыть, но не для этого, да, ну просто, да, хорошо же чувствуешь себя, когда тренируешься, да, так скажем, там, встретил, да, там, где-то на улице тебя, да, понимаешь, да, еще могу так отпор дать. Мне не нравится, что дивизион стоит, и что из-за меня там какой-то простой, но одновременно понимаю, что уже подрались топовые бойцы, уже примерно определились, кто будет за пояс драться, а кто будет претендентский бой. Примерно там уже понятно, да, так скажем, они только подрались. И следующий бой им надо где-то в мае-июне, да, так скажем, провести, так что такого положения нету, где нужно быстро принимать решения, да, так скажем. Но я бы хотел бы, чтобы уже определенка была. Я уже Дане тоже сказал. Я не хотел бы, чтобы на мне что-то зацикливалось. Я свое слово сказал. Я все, что нужно было, сделал в этом виде спорта. Так, мне легче станет. Мне как будто с души этот камень, как будто вот на плечах камень какой-то. Конечно, с ними. Пускай дерутся. Пускай назначают претендентские, пускай назначают за вакантный титул бой. Проблем нету никаких. Но я уверен, что у меня же там есть свои люди в этом месте. Так скажем, Дусанес, Гейчи, там тот же Конор, Дастин Порье. Их не победы, они еще меня будут где-то на слуху держать.